Журавль по имени Самсон, который лишился крыла из-за охотничьей дроби, был доставлен в Одесский зоопарк из Национального природного парка «Тузловские лиманы». Ранее возле села Дивизия местные жители заметили серого журавля со сломанным крылом. Оказалось, что крыло было повреждено охотничьей дробью. Журавля доставили ветеринарам. Там его прооперировали. После выяснилось, что из-за травмы птица больше не сможет летать, поэтому было принято решение передать его в Одесский зоопарк. В настоящее время журавль находится среди других птиц зоопарка и чувствует себя хорошо.